Вот такая черепашка живет у моей сестры. Зовут ее Февралик, черепашонок. Когда ей подарили, Февралик был крошечный, со спичечный коробок. Вот он затаился в уголочке и спит. Красавчик. Не хочет. Февралик. Нет, он спит. Сейчас вечер. Не хочет общаться. Февралик. Солнышко, ты всегда со мной общался. Ты же постарел, не хочешь? Красавчик. Февралик. Он явился так, когда я с ним разговариваю, давно не был. Красавчик ему. Февраленька. Февралечка. Солнышко. Что такое? Февралечка.